Всем привет! Сегодняшний видеоролик о препарате кардиоактив боярышник. Форма выпуска – таблетки. В упаковке 40 таблеток. В своем составе содержит действующие вещества боярышник, цветки, листья, калий и магний. Боярышник, цветки, листья, благодаря совокупному действию биологически активных веществ, таких как оксикоричные кислоты, флавоноиды, гликозиды, дубильные вещества, сапонины и некоторых других, способствует укреплению и питанию сердца. Кроме того, взаимодействие всех содержащихся в боярышнике веществ поддерживает ритм работы сердца. Калий и магний – микроэлементы, необходимые для нормальной жизни всех клеток организма человека. Они имеют важное значение и в работе сердечно-сосудистой системы. На протяжении жизни постоянно возникают ситуации, связанные с нехваткой или повышенными потерями калия и магния, или с повышенной потребностью в этих элементах, интенсивная нагрузка, стресс и другие. При недостатке калия и магния нарушается естественная работа сердечной мышцы, ей трудно получить кислород и те питательные вещества, которые доставляются с кровью. Поэтому необходимо восполнить дефицит калия и магния в организме. Продукты, которыми мы питаемся, содержат небольшое количество данных микроэлементов. Поэтому помимо употребления продуктов, содержащих калий и магний, требуется дополнительный прием препаратов калия и магния для питания и укрепления сердца. В кардиоактиве действие боярышника усилено витаминами для сердца, калием и магнием. Такой комплекс в одной таблетке усиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым. Препарат назначают взрослым и детям старше 14 лет по 1-2 таблетки 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема не менее 20 дней. Допускается регулярное применение с 10-дневным перерывом. Также препарат имеет противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Кардиоактив боярышник – это биологическая активная добавка к пище. Препарат отпускается из аптек без рецепта врача. Цена на 2020 год в России от 220 рублей и выше. Всем всего доброго, будьте здоровы!